На днях в России свой профессиональный праздник отметили пожарные. За 25 лет пожарная часть в ТИКСе реорганизовывалась несколько раз. Важным стал переход пожарной службы в структуру МЧС. На сегодня две пожарные части района поднимаются на новый уровень и образуют отряд противопожарной службы республики номер 11. Гордость пожарной части – это газодымозащитная служба, которая имеется не во всех подразделениях. За эти годы много сделано для укрепления материально-технической базы части. В коллективе много молодых работников, которые успешно осваивают нелегкую, но благородную профессию. На сегодня две пожарные части района поднимаются на новый уровень и образуют отряд противопожарной службы Республики Саха-Якутия номером 11. В пожарной части работает 45 человек. На вооружении имеются 5 автоцистерн, оперативный автомобиль УАЗ и необходимый для спасения людей инвентарь. Особое внимание в отряде уделяется вопросам повышенной боеготовности подразделения. Проводятся пожарно-тактические занятия и учения. Плановые занятия и зачеты способствуют повышению оперативного мастерства работников. Гордость пожарной части – это газодымозащитная служба, которая имеется не во всех подразделениях. За эти годы много сделано для укрепления материально-технической базы части. В коллективе много молодых работников, которые успешно осваивают нелегкую, но благородную работу. В этот профессиональный праздник хочу поздравить всех тех, кто выбрал эту нелегкую, но мужественную профессию. Всех тех, кто несет круглосуточное дежурство по охране городов и деревень от пожаров. Всех тех, кто, рискуя собственной жизнью, в первом идет в огонь и дым спасать человеческие жизни. С 1992 года указом президента Российской Федерации 30 апреля официально является Днем пожарной охраны. Это дань признания и уважения благородной профессии огнеборцев. Ольга Григорьева, Валерий Савельев, НВК Саха, ТИКСИ.